Сегодня прошло 15-е заседание городского совета. Открыл его глава администрации города Ирик Елалов. Он рассказал об итогах деятельности за прошлый год. Территориальное развитие УФС осуществляется в соответствии с генеральным планом развития города до 2025 года, принятым 12 лет назад. Последние корректировки в него были внесены в 2006 году. В прошлом году мы намеренно приостановили рутинную корректировку генплана. Пришло понимание, что это непродуманно и не перспективно. За все время существования УФС ни один генеральный план так и не был реализован. Мы начали летом нашего века. В УФС разработана и реализуется программа по капитальному ремонту. Впервые за город был реконструирован 5 скверов, в том числе Софьюшкина аллея и сквер Михаила Нестерова. На прилегающей к борту спорта территории создана аллея. Следующим этапом будет строительство здесь ТРРК. В отчетном году установлен рекорд озеленения. В городе посажено 49 тысяч деревьев, из которых 800 крупномерных. Наша задача сохранить такие темпы на ближайшие 5 лет. В этом году мы наконец-то планируем заняться реконструкцией наших основных парков. Новый облик обретут сквер Слава Тюлаева, Машина Куфури, Театральная, а также парк имени Ленина. Преобразится и территория прогулочной зоны в Конгресс-холл. На все это мы отводим себе 3 года. Ирик Ишмухаметович отметил, что Уфа должна стать лучшим городом России. Основа будущего – это молодежь. Она составляет 43% городского населения. Скоро будет разработана стратегия молодежной политики города. Также будут созданы онлайн-консультации и телефоны доверия для молодежи. Ирик Ишмухаметович также отметил, что продолжится работа над проектом «Школа 21 века». Алина Таюпова, Глеб Салыкин, телеканал ЮТВ.